В Барселоне прошел 8-й этап Еврокубка Формулы Рено. Обе гонки уикенда выиграл француз Виктор Мартинс, а вот для Александра Смоллера этап сложился не так успешно. Впрочем, пилот молодежной программы SMP Racing все-таки поднялся на подиум. В первой квалификации Смоллер показал третий результат, но в самой гонке сумел отыграть позицию и удержать второе место. Воскресную квалификацию Александр провел еще лучше, показав второе время. Но гонка сложилась трудно. Пилот SMP Racing боролся с соперниками и финишировал пятым. В общем зачете кубка расклад сил не изменился. Виктор Мартинс по-прежнему второй, Смоллер третий. Однако разрыв между ними увеличился до 26,5 очков. Француз приблизился к лидирующему британцу Оскару Пиастри, а Смоллер нарастил отрыв от идущего четвертым Лоренцо Коломбо. До конца сезона осталось два этапа в Хокенхайме и Абу-Даби. Еще один пилот молодежной программы SMP Racing, 17-летний Михаэль Белов, принял участие в 7-м этапе немецкого чемпионата Формулы 4, который прошел на автодроме Заксенринг. В двух пятничных квалификациях Михаэль показал второй результат. На старте первой гонки Белов сразу вырвался на первую позицию и удержал ее до финиша. Вторую гонку Михаэль закончил 10-м, а в третьем воскресном заезде Белов много боролся, поднялся до 6-го места, но из-за прокола и столкновения финишировал 14-м. Тем не менее, мы поздравляем Михаэля с первой победой в немецкой Формуле 4. А в ближайшие выходные Белов отправится на автодром Мюджелло на 6-й этап итальянской Формулы 4.